Всем доброго здравица. Вы опять на ферме «Славянское гнездо», и с вами я, белый фермер. Иду вас знакомить с моими самыми длинноухими друзьями. Так, вот маленький обзорчик. Вот это вот наша ферма. Это вот летние загончики у нас. И ферма вот туда, туда, туда. Правда, она еще не вся у нас финально завершена. И вот он самый первый, самый длинноухий мой друг. Его зовут Чук. Чук и его друг Гек. Гекушка, красавый мой. Они очень любят сухари. Сухари у нас вообще в таком прямо авторитете. Сильно-сильно любят они у нас их. Да ты мой хороший. Да ты самый главный мой. У Чука рожки, а Гекушка у нас такой без роги. Но красивый. Все они симпамбульки такие. Они у нас ручные. Вон, давай, давай, сейчас вылезем. Ага, вот, молодец. А там кто подглядывает? Сейчас покажу их невест. Так, вот наши невесты. Это смесь, в общем, Романовки с Катумской. Вот, справа у нас, назвала я вот это Чистюлька. А вот это у нас слева Грязнулька. Ну, это так я их любя назвал, потому что в Грязнульке нос всегда немножечко так чуть-чуть грязноватый. А так они девки с хорошим характером, ждут покрытия, где-то в конце февраля будем их покрывать. Вот такие девочки, можно сказать, в соку, скоро на выданье. Еще немного и все, и у нас свадьбы начнутся тут прямо вплотную. Вот так вот мы тут и живем. Это у нас летние загончики такие, ну тут все удобно. Прямо сейчас тепло, кто-то из коз уже на улице у нас. В общем, вот, как-то так. И с вами я, белый фермер. Всем настроения, бодрого духа, здравомыслия. Ну и, конечно же, не хворать. Всем удачи, пока, увидимся и услышимся.